Леонов, значит, смотри, увидишь Максимова, сначала стреляй, потом задавай вопросы. Он маньяк и убийца. Скажи, пусть пришлют экспертов. Дача полностью сгорела, осталась только куча бревен и запах. Который мне не нравится. Жертва есть? Сейчас, подожди. Есть два тела, мужчины. Похоже, один из них Макс. Ух ты! Точно он? Думаю, да, часы его. Добро. Ну и шанс. Вот и все. Здорово. Ты меня ждал? Эй, ручки на руль положи. Не стреляй, а не надо. Хорошо. Ну, хотел бы застрелить, разговаривать бы не стал. Тем более, у меня для тебя подарок. Какой? Еще один труп? Ну, почти. На. Здесь видно, как киллер по кличке Топор, который убил Жарова, выполняет еще один заказ. Отдашь Громову лично в руки, ясно? Хорошо. Нет, я не понял. Громову лично в руки. Чтобы никто не видел. Особенно Леонидов, ясно? Почему? Он же твой лучший друг. Бывший лучший друг, а сейчас предатель. Он причастен к убийству Жарова. А-а-а. Хорошо. Молодец. И еще одно. Меня ты не видел, да? Да. Если узнают, что я тебя второй раз упустил, меня с работы выгонят к чертовой матери. Молодец. Счастливо. Максимов. В общем, у тебя открыта охота. Стрелять было без предупреждения, поэтому ты, наверное, спрячься пока и не высовывайся.